Дуэт Анастасии Кох и Глеба Дементьева существует уже 5 лет. Учась на 2-м курсе музыкального колледжа, ребята решили попробовать сыграть ансамблем. Обратились к преподавателю, выбрали произведение, все закрутилось. За это время они участвовали и побеждали на многих областных и всероссийских фестивалях, покоряли жюри на конкурсах музыкантов, организованных госкорпорацией «Росатом». И вот музыканты взяли новую вершину, стали победителями 2-го международного фестиваля «Время гитары». Фестиваль собрал гитаристов из разных уголков России и ближнего зарубежья. В рамках конкурса прошло несколько концертов. Один из них организовали в Кафедральном соборе, другой в галерее Никоа. Как признаются музыканты, побывав на таком мероприятии, они получили заряд творческого вдохновения и стимул для дальнейшего развития. Первое произведение – это была гитарная классика рубежа 18-19 века Фердинанда Карулли и «Веселый бразильский танец». В планах музыкантов расширять репертуар и почаще выступать на концертах. Я посещаю во время этих конкурсов мастер-классы. Я смотрю, как преподают, как вот себя ставят, что дают детям преподаватели, которые там сидят в жюри, потому что, безусловно, все члены жюри, они также очень хорошие преподаватели, у которых есть тоже именитые там ученики, победители. Смотрю, впитываю, интересуюсь, потом стараюсь это применять уже непосредственно в своей работе. Екатерина Апенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.